Сборки, разборки. Я хочу здесь сначала не смотрю. Как ее разбирать, разбирать. Это хорошо, что там собрать. Назову это чубик, а это болт или винт. И сейчас, прежде чем вытаскивать, мне кажется, надо все подписать. А то я потом не соображу. Инструкция, понятно, было за 20, там, сколько лет. Этим шкафам уже лет много. Они уже три переезда точно пережили. И я вот смотрю на нижнюю планочку, видите, она живая. Даже ничего. Обычно у всех вот эта нижняя часть начинает рассыхаться, потому что здесь от влажности, от полгода моет и что-то такое. Обычно вот эта ДСП незащищенная начинает расквашиваться. Вот типа как будто на углу. В принципе, она живая. Если ее сейчас аккуратно не трогать, ну, короче, это потом все равно что-то завидно. В общем, она живая, поэтому переезд она еще переживет, точно. Но мне сейчас надо как-то подписать вот эти места, потому что я не могу на логику. Я так понимаю, что внутри всегда чопики, а снаружи всегда винты. Внутри чопики, снаружи винты. Так, это у нас как ногами остается. Это пока, в общем, вот эти чопики остался. Это значит, что где-то у меня из крышки вылетело.
боковые стеночки. Это не боковые, это задние. Одна вот тут какая-то вмятина есть. Ну да ладно, это не переживем. Так вот, как подписать-то? Потому что я никакого рика не понимаю. Я думаю, что если внутри винт, внутри что-то, а снаружи, дальше от центра винты, ну, только что я это запомню, я же никак все равно как-то это. И если я это поручу, то никакого рика. И больше мебели он тоже без чертежа, наверное, не справится. Поэтому что мы сейчас сделаем? Я возьму скотч малярный, наклею и подпишу все окошки. Да? И подпишу, где вверх, где вниз, и где какая стеночка. И вот это будет, мне кажется, лучше всего. Так, идите, клею, пишу чобик. Винт, чобик. Сейчас надо еще написать, что это вверх и вниз, и что это стенка, например, боковая, и где у нее перед. Потому что если вот эти отвинчу, я точно потом буду долго купить. Давайте напишем, что вот это у нас лицо, а вот это у нас, например, зад. Вот, теперь очень быстренько все пишем. Так, это у нас был чопик, это у нас был винтик. Так, внизу это у нас будет винтик. Я там, наверное, запомню. Но если пять раз собрать одно и то же, так, это чопик, то, наверное, запомню, но я пока не могу. Потому что я сейчас же их вытащу, эти все чопики и винтики, и у меня будет провал в памяти. Так, винт. Ну вот, подписали вы, допустим, да? А теперь, видите, всякие чопики, они иногда остаются в другом совершенно. То есть вот, здесь, значит, получается, тоже был чопик. Или не чопик. Чопик, винтик, винтик, чопик. Здесь четыре дырки. Что тут было? Чопик или винтик? Вот пустая дырка, я не помню, что было. Смотрим на другой деталь параллельно. Так, что мы тут можем сделать с этой деталью? Лицо заднее, и это боковая стенка, да? Давайте напишем для тупых, что это боковая стенка. Я такая в этом плане. Так, боковая стенка. Так, вот. Пройдите сами сверх лицо. Ну, здесь вверх не сверху, потому что здесь какие-то ножки есть. Мы их достаем, поэтому не боимся. Вот. Теперь вот эти пока не достаем, вот эти, наверное, можно открутить. Ладно, надо. Может, так вот я хочу накрутить, не понятно. Да, между прочим, выкручиваются эти штуки. Если их не выкрутить, видите, остаются очень высокие. Вот. Кладем отдельно. В принципе, если даже потеряете, ничего страшного, я думаю, в любом мебельном они продаются. Можно будет докупить. Ну, скорее всего, в каждом доме валяются какие-то запасы. Потому что, видите, сдох, что-то собирают, они даже не до конца. Вот есть дырочка, но нету этого винта. Знаете, как называется эта штучка? Вот, поэтому... Так, ну-ка, чопики. Чопики тоже придется достать, потому что они высотой выше, чем вот эти вот полоски. Придется доставать. Ну-ка-ся. Винтики, чопики. Ну-ка, ребята. Мамочки. Кто это придумал? Винтики достали, чопики тоже. Непонятно, короче, как. Ну, я думаю, так, я подпишу. Обратно потом все так же заполкаю, когда будем забирать. А дальше кого-то позову. И будем в три головы думать, как это синхронно заколоть все назад. Такая поняла, что вроде бы такая. Один удар вверху, один удар внизу, один удар там с нижнего, один удар сверху. И у вас получается, ну, не так, что если с одного угла бить, то все время будет перекашиваться. Так, потихоньку собирается. Так, подписываем, да, винтики, чопики. Так, значит, здесь... И еще на деталях надо подписать. Есть такие детали, которые вообще трудно познать. Вот это наконец еще можно заметить. А там есть деталь, например, донышко. Она вот, ну, легко перепутать с промежуточной стеночкой, которая на середине была. Она держала как распорка. Надо подписать, что забыла. Так, девочки, пишем. Вот видите, здесь вот дырка, здесь, наверное, чопики должны быть, а их нету. Значит, они где-то остались. Они вообще были здесь? Чопик, винтик, чопик, винтик, винтик, чопик, винтик. Ладно, я не знаю, должны быть там чопики или нет, но я думаю, если симметрия, должна быть, то должен быть здесь чопик. Так, я не знаю, как это все это дело. Однако, вот он как тяжело. Искай себя. А мне еще надо разбирать машинку, потому что да, вообще страшно подбираться. Ну, фишка в чем? Когда вы вот чего-то такое не умеете, приходится каждый раз обращаться за помощью. Платить сборщика. А сборщики видят, что вы вообще не соображаете, сколько, как сложно это работает, и ломят с вас цену. Получается, что вы могли бы сделать цену, но там на сутки дольше провозились бы. А так вы платите там еще на три дороже. Просто этот опыт у меня выработался, знаете, за жизнь. Когда я еще была машина, как приедешь на какой-нибудь автосервис, как видят, что женщина начинает разводить на бабки. Столько раз это вот прямо. Я потом с одним человеком приятно общалась, а он мне сказал, а у нас специально, по принципу, специально делаем работу не, ну, как бы с тем расчетом, чтобы не доделать чуть-чуть. Как бы хорошо, человек уедет нормально, но потом он срок обратно приедет. Через там, дня два или через неделю. И еще что-нибудь будем делать. И еще за это раз заработаем. Представляете, какая логика? Я наоборот делаю работу, стараюсь так, чтобы люди ко мне, ну, уже как бы, если возвращались, то за новым заказом, а не это переделывать. Если для меня человек переделывает, приходит, это уже плохой показатель. Значит, ну, что-то где-то ты не умеешь делать до конца. А у мужиков вообще это все позад. У них это как наоборот норма. Я так удивилась один раз. И теперь я знаю, что они ведутся по следам. Так, это крышка. Ну, давайте подпишем. Ну, какой человек, откуда он? Так, это, значит, не просто крышка, это внутренняя часть крышки. Как это написать? Внутренняя крышка или как? Ну что, быстро я разобрала, недолго, не быстро. Так, крышка, внутренняя часть. Пока внутренняя часть, потом забуду. Так, еще чопики достанут, на чопики достанут, надо посадить жевать руки. Так, крышу подписали. Теперь вот эти все. Знаете?
вообще посмотрю два учета, два раза. Ух ты, это что-то такое. Очень интересно. Здесь как-то две дырочки для чопиков вот здесь. Вот, ну, так, ладно, подпишем, выкрутим все. Ничего страшного, остынчим. Так, чопики, нитка, нитка, чопика. Одна чопика. А если дырки безымянные, значит, значит никак не подпишем, не подпишешь. Вот я понимаю, что если где-то вот эти вот крестовинки, значит, напротив них точно должен быть вот такой винтик. А вот тут нету. Вот, собственно, значит, как его запоминать. Сейчас заболтаю с вами. Вот напишу чего-нибудь. Так, 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 так. На это время уходит на всякие такие вещи. Так, чупик. Винтик. Поехали. Так, а здесь винт, здесь чупик, здесь чупик, здесь винт. Винт. Наверное, чупик, наверное, чупик, наверное, винт. Так, теперь надо вверх, в сторону света расписать. В сторону света. Значит, вот это низ. А вот это вверх, значит, там у нас вверх, а там вниз. И еще я пишу, что это боковая, боковая стенка внутри. Что потом меньше не делить? То не, то меньше 17. Так у тебя все прописано, все запихало, как на ней уже колотишь. Уверен, что так должно, что дело только в ударе. Ну, как ты заколотишь? Они тоже местами перепутают что-то. Так. Как я буду доставать чубики? Я не знаю. Чубики, возможно, посажены на клей. Может быть, их вообще трудно будет доставать. В принципе, можно даже их и не вытаскивать. Они бы служили, допустим, воздушной подушечкой. Вот эти винты, они явно, если бы они остались, они бы корявали. Древесину вот эту, что он. А так они... Ой, я еще два чопика не написала. Вот, а так чопики... Ой, это даже не накручивается сразу. Наверное, потому что все рассохлось. Мальчики. Шикотажки. Да, однако. Не хочет. Он не хочет доставаться. Не доставайся, что никому. Как не доставайся, что никому. Блин. Ничего себе. Как это вот? Вот я даже смотрю сейчас на нижнюю сторону. Есть вот на этом углу признаки. Чуть-чуть. А вот здесь все же было. Так что будем надеяться, что мне кому-то еще послужит. Если, конечно, я не буду. Я уже открыла грязь, сейчас не пойму, где днище, а где внутренность. Наверное, это было снаружи, донышко, а это внутри. Или нет, потому что здесь винты внутри. Может, наоборот, снаружи. Раньше одна была стороной грязнее, а другая чище. И можно было сообразить, а сейчас я не понимаю. Будем надеяться, что винты снаружи. Ох, ну, и вот здесь как разобраться. Вот на боках как? И дырочек 4 штуки, вот здесь что-то. А здесь, ну здесь, здесь понятно, потому что здесь крестовинки. Ну, наверное, здесь должны быть эти. А, надо еще подписать, что винт сюда головой должен лежать, вот сюда головой. Вот, чтобы он... А то я начну вот так вот, потом запихивать в эту сторону. Да. Так, надо запомнить как-то, что там будут именно головы. Нет, не головы. А, я поняла. Вот эти места, там что-то внутри крутится, и оно по этой вот резьбе вот так вот идет, и он как бы закручивается. Нет, не так. Сейчас проверим. Вот если туда его затолкать и начать крутить. Проворот всего на четверть, на 15. 360 выкручен на четвертинку круга, поворот дальше поворачивается, и вот этот поворот фиксирует полностью винт внутри. Да? Или нет? Или я не той стороной сейчас делаю? Он и туда головой, и ножкой. В общем, не понимаю. Вот, ладно, поизучала по интернету, может быть, кто-нибудь сделал умное видео, как собирать мебель. Вот это чопик. Здесь чопик. И здесь, наверное, чопик, а там, наверное, винт. Вот уже долго, наверное, сборка стопали. Так, сейчас я буду упражняться. Потом надо будет шпандер положить. Так, вот здесь винты должны быть. Мне надо найти такое видео, где было бы четко объяснено. Логика сборки такая. Коротко и ясно. Не то, что как я записывала видео. Всякие разные. Долгие. Так, с двух сторон. А, ну так, вот написано, что это низ. Днище. Я поставлю этот вопрос, потому что я не помню точно. Чтобы, если что, то поменять местами. Ой, ручки. Так, это у нас будет написано. Днище. Днище.
О, стоит она на мебельчике уже. О, вот он уже. О, подано. Так, а ну здесь я уже запомнила. Там, где крестики, там винтые. Там, где нету крестиков, там чётки. Винтики, чётки. Смешно, мужики? Надо смеяться. Так, это у нас были чем? Чем? Да. Так, днище, это подписано, всё. Я думаю, если даже чётки сломаются, они возьмут. Просто они простые, могут быть наклею, наклею. Так, вот здесь, вот видите, L написано, там облако, L. Что это значит? Что это значит? Расскажите мне, секретик, кто знает. Так, это, ой, блин, это винтики. Это чётик, винтик. Я посмотрю, будет другой собирать. И он будет смотреть на мои В, чем, В, чем, чем, В. То же самое. Винтик. Чётик. Ладно, я это всё в ускоренном режиме, наверное, покажу, чем я долго знаю. Потому что мне охота сломаться, чтобы выключиться. Смотрю, кому-то наоборот поможет, что надо все подписывать, на видео записывать. Это будет легко собрать. Винтик, чопик. Это подписали. Остались две боковые стенки. Не боковые, а задние. Тут их просто подпишут, что это задний фасад. Нет, не задний фасад, как он называется, не фасад, а задний тыл. Как же называется? Тыл. Тыл. А это утро. Ну, дальше будем подрывочком определять, как они дальше делают. Будем протянуть до конца. Ну, ну что ли? Посмотрим, что-то. Еще видишь, ладно. Это мы сделали. Так. Это. Подпишем. Только не помню, какой лицой, а какой не лицой. Без разницы, наверное. А, вот так, наверное. Именно так. А, судя по тому, что рассохлась снизу, это был низ. Понятно. Подпишем себе тут их. Так, это лицо, это вверх. Это чопик, чопик. Чопик, чопик. Так, хорошо. И будем доставать. Ну, эти штучки, да, эти тоже надо записать. Их просто надо туда подвести. Так, что дальше? Дальше надо пытаться достать чопик. Получится или нет? Не знаю, где небольшие пассатижи. Не надо мне так, не надо мне так.
будто говорит, я потом сюда не принесу. Видите, он уже прошел. Масочка надо смазать. Что, ну, сыр, значит, ему покучил, ну, сыр, я покупаю глаз его. Я начинаю делать неправильно, здесь это нельзя, но не желает. Вшился там в руль. Все. Ты что, я не буду глазки ввинчивать? Мне как-то не надо. Все, теперь надо запаковывать, подписывать. Будет быть даже остальные места чётки. Потеряются, чем нет. Вот что важно понять, видите, все разобрали, вот я нижний ящик решила разобрать, что он очень тяжелый, и как ящик его использовать, ну, чтобы набить вещами, вообще будет неподъемный, решила разобрать. И вот последний винт, резьба особана настолько, что вот эти вот белые, это явно уже какие-то повреждения самой древесины, там, этих опилок, да, СПшных, вот у меня одна стенка отходит, а вот этот винт опять, короче, вжился там намертво. Хорошо бы это вот все как-то проанализировать до начала разборки, чтобы понять, стоит ли вообще его разбирать, блин. Все остальное живое, а вот какие-то вот такие вот места есть, изъяны, после которых вся мебель говорит, называется это дрова. Это не дрова. Но если вы что-то одно вообще начнете силой выковыривать, да, реально все превратится в дрова. Что же делать, пока не знаю. Так, ну что, гребаный гибастус. Один болт вот сюда вообще никак не выкручивается. Там настолько резьба сломана, если здесь крест живой крутится, то здесь все намертво. Короче, это последний болт, и он не достает. Видите, я подписала уже все стеночки. Ой, ну какой тут выход из положения? Или сломать? Нахрен. Потом, вот что потом? Вот сейчас она сломается, вытащится отсюда вся вот эта вот, как они называются, опилки, да, выбьется отсюда, можно силой выбить. То есть вот это гнездо, вот эта дырка, допустим, она просто будет дико-дико, ну, развинченная. Потом, значит, надо будет туда, то есть я думаю, что вот это можно заменить, наверное. Ну, в смысле, вот этот вот металл не заменишь, но в крайнем случае можно эту стенку уже выпилить заново под конкретные размеры. Но вот как-то вот это загнать я пока не знаю. Какие-то вот туда загоняются, вот эти штучки, я не знаю, кто. Подскажите. Но у меня выход один. Или вести ее буквой Г. Вот так. Что в дороге ее все равно доломает. Да? Либо. Надежда никакой, она вообще не крутится. Я уже попробовала отвертку. Вот такую. Она все равно туда. Короче, там все сорвано. Бесполезно. Единственный вариант сломать. И я теперь не знаю, или бросить этот шкаф нафиг здесь, вообще забыть про него. Или сломать один угол. И у меня комод будет о 4 ящиках, а не о 5. Или потом все-таки эту стеночку можно отреставрировать. Я как-то помню, в школе работала, я делала ремонт стульев. Это они были вот такие, да, из ДСП. Дети их ковыряли. И у девчонок вечно рвались колготки капроновые. А мы, училки, делали ремонт в классе летом. И я помню, что я взяла клей ПВА, достала где-то опилок, уж не помню где. Все это перемешала, и шпателечком все сколы вот так за, как бы на один уровень так вот загоняла туда. И они потом застывали, и клей цеплялся в дерево. И, в принципе, я думала, это живой способ. И, в общем, ну, там надо было потом еще зашкуривать, конечно. Я это, скорее всего, уже не делала, это руками там. Ну, короче, здесь я вот вижу только один способ. Блин, вот прям гребаный кибастус, хочется сказать. Ох, печалька, не работает этот линт.